Labdien, mani sauc Ilgors un šodienas video tēma būs tā pati Hacan Striker Edge. Video runāšu krievu valodā, kā jau visi iepriekšējie man pasarāja krievu valodā. Итак, здравствуйте. Сегодняшнее видео тема будет тот же самый Hacan Striker Edge, которого я купил. Очень-очень слабой пружиной и давление пули было очень-очень низкое. Даже аэрозольную баночку прострелить она не смогла с 5 метров. Сейчас немножко поработал, и зимой уже обзор был, что я уже был поработавший на ней и достиг хотя бы 7,5 джойн, и на расстоянии 30 метров банку можно было пробить хотя бы одну дырку. Насквозь не прошло, но одну дырку пробить можно было. Сейчас я еще немножко поработал на ней, и так как мне с AliExpress пришло новое хронограф, тогда померим сегодня скорости тремя разными пулями на хронографе, как будет она держать. Но сейчас она, по моим мнениям, средняя на полграммовой пули достигает 240 метров в секунду и где-то около 14 джаул. Но с такой винтовкой уже, как говорится, стрелять можно. Но хочу посмотреть, что достану от нее еще. И поскольку в обзорах есть о том, что фаска на стволе переделывается, перешлифовывается, потому что говорят, что не очень-то путная, не знаю. На моей пока, если у вас видно, она есть такая. Но я тоже думаю, что я его буду немножко переделывать, эту фаску. Потому что мне кажется, что с нее можно еще кое-что добыться, потому что кучность на 20 метров. Я так обзора посмотрел с 5 выстрелов, черную точку, а 4 листа формата можно попасть. И мне тоже оно есть. У меня есть 3 вида пули. Вчера купил такие первый раз Browning 0,48 грамм. Они плоскоголовые пули, этим будем стрелять первые, поскольку они самые легкие. Потом будем стрелять Norris Hammer 0,51 грамм, круглоголовый. И потом будем стрелять остроголовым пуликом Norris Pointed 0,58 грамм. Посмотрим, какая будет дульная сила и какая будет скорость вылета пули. И так мне пришлось перейти в тень, потому что на солнце он, наверное, не видит пуль, и придется перестрелять. Ладно, начнем. Двести тридцать пять и показывает 16,12 джоу. Здесь 39, 16 джоул, 63. Так, одни пульки попробовали. Сейчас будем стрелять следующие 0,51 грамм круглоголовые пульки. Четырнадцать джоул, 16.
Не было, не сосчитали. Берем еще раз. Двести восемнадцать. 13,89 джоула. Двести восемнадцать. 13,8 джоула. Сейчас возьмем самый тяжелый, который у меня пока есть, это 0,58 граммы. Двести семь, 12,42 джоула. Считали 207 12,53 джоула. Двести пять 12,22 джоула. Вот так. Пока такие результаты. Итак, пульки 0,48 граммовые, 16 джоул, 0,51 граммовые, 14 джоул, и 0,58 граммовые дают 12 джоул. Ну, с такое давление на Хацан, прославленная Хацан, стрелять еще можно. Ну да, если бы они сразу могли сделать хотя бы половину с того, что объявляют, что она не менее 7,5 джоули и даже выше, тогда бы другое дело. А так мне, по-честному сказать, слишком много пришлось поработать, чтобы достиг таких результатов. Благодарю за внимание. До свидания.